Здравствуйте, друзья! Сразу после выхода материала на нашем сайте tatufoto.com про какая татуировка будет выглядеть хорошо в старости. Мы подготовили его видеоверсию для нашей аудитории на YouTube. Приятного просмотра! Какая татуировка будет выглядеть хорошо в старости, когда речь заходит о татуировках, многие задумываются не только о том, какой дизайн выбрать, но и о том, как эта татуировка будет выглядеть через многие годы. Это особенно актуально в контексте естественных изменений, которые происходят с кожей по мере старения. В нашем мире, где татуировки давно перестали быть просто модным трендом и превратились в способ самовыражения, важно понимать, как выбор татуировки может повлиять на ее внешний вид в будущем. На протяжении многих лет татуировки стали неотъемлемой частью культуры многих стран и народов. Они могут служить знаком важного события, символизировать личные убеждения или просто быть формой искусства на теле. Вне зависимости от причины, по которой человек решает сделать татуировку, важно задуматься о том, как она будет выглядеть с возрастом, когда кожа становится менее упругой и меняется под воздействием времени и окружающей среды. В этой статье мы рассмотрим, какие факторы необходимо учитывать при выборе татуировки, чтобы она сохраняла свою красоту и привлекательность на протяжении многих лет. Мы обсудим влияние качества черней, типа кожи, места на теле, где будет располагаться татуировка, а также стилей и цветов, которые лучше всего подходят для долговечности. Также мы предоставим советы по уходу за татуировкой, чтобы она оставалась яркой и четкой на протяжении всей жизни. Выбор татуировки – это не только вопрос эстетики, но и долгосрочное вложение в свой образ. Поэтому важно подходить к этому решению обдуманно, учитывая все аспекты, которые могут повлиять на внешний вид татуировки в будущем. Основные факторы, влияющие на внешний вид татуировки со временем, как же сохранить татуировку привлекательной даже спустя годы. Давайте рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на то, как татуировка будет выглядеть со временем. 1. Качество чернил. Одним из ключевых элементов долговечности татуировки является качество используемых чернил. Современные чернила обладают лучшей устойчивостью к выцветанию и распространению под кожей, что делает татуировку более четкой и насыщенной на протяжении долгих лет. Важно обращать внимание на состав чернил и выбирать тату-мастера, который использует качественные материалы. 2. Тип кожи. Каждый человек уникален, и это относится и к типу кожи. Тонкая, чувствительная или склонная к образованию рубцов кожа может влиять на то, как татуировка будет выглядеть со временем. К тому же, с возрастом кожа теряет эластичность и может изменяться, что также влияет на внешний вид татуировки. 3. Влияние места на теле. Разные части тела подвержены различным воздействиям в течение жизни. Например, области, часто подвергающиеся воздействию солнечных лучей, могут привести к более быстрому выцветанию татуировки. Также важно учитывать, что некоторые части тела более подвержены изменениям в размерах и формах с возрастом. Итак, выбирая татуировку, стоит учитывать эти факторы. Правильно подобранные чернила, учет индивидуальных особенностей кожи и правильный выбор места на теле помогут обеспечить, чтобы ваша татуировка оставалась прекрасной на долгие годы. В следующих разделах мы подробнее рассмотрим, какие дизайны и стили лучше всего подходят для долговечности татуировок. Дизайн татуировки, что лучше всего подходит для долговечности. Выбор дизайна татуировки – это не только вопрос личного вкуса, но и рассмотрение того, как она будет выглядеть через многие годы. Давайте обсудим, какие стили и узоры лучше всего сохраняются со временем и какие аспекты дизайна следует учитывать для долговечности. 1. Простые и четкие линии. Татуировки с простыми, четкими линиями и минимальным количеством деталей часто лучше всего сохраняются со временем. Сложные и изысканные узоры могут со временем размыться и потерять четкость. 2. Черно-белые татуировки. Черно-белые татуировки, как правило, лучше сохраняют свой первоначальный вид по сравнению с цветными. Цветные чернила могут со временем выцветать и изменять оттенок, в то время как черно-белые остаются более стабильными. 3. Геометрические узоры и символы. Геометрические узоры и простые символы также являются отличным выбором для тех, кто ищет долговечность. Их простота и симметричность помогают сохранять четкость дизайна даже при изменениях кожи. 4.
Размер татуировки. Большие татуировки могут лучше сохранять детали со временем по сравнению с мелкими. Мелкие детали могут со временем сливаться, поэтому при выборе мелких татуировок важно учитывать их потенциальное изменение в будущем. 5. Классические и традиционные стили. Классические стили, такие как традиционные американские, японские или трайбл татуировки, доказали свою долговечность и способность выдерживать испытания временем. Их дизайны часто оптимизированы для четкости и узнаваемости даже после многих лет. Помните, что выбор дизайна татуировки – это очень личное решение. Важно выбрать то, что нравится вам и отражает вашу индивидуальность, учитывая при этом, как дизайн будет выглядеть с течением времени. В следующем разделе мы рассмотрим, как размер и детализация татуировки могут влиять на ее внешний вид в старости. Размер и детализация татуировки. Размер и детализация татуировки играют значительную роль в том, как она будет выглядеть с годами. Понимание этих факторов поможет вам сделать обдуманный выбор, который будет радовать вас на протяжении всей жизни. 1. Влияние размера татуировки. Как правило, крупные татуировки лучше сохраняют свой внешний вид со временем. У них меньше риск слияния деталей, что часто случается с мелкими, детализированными рисунками. Крупные татуировки также позволяют художнику использовать более широкий диапазон теней и градаций, что способствует сохранению четкости изображения. 2. Уровень детализации. Со временем мелкие детали татуировки могут начать сливаться, теряя свою четкость и различимость. Выбирая дизайн с большим количеством мелких элементов, важно учесть, как они будут выглядеть на коже, которая со временем может стать менее упругой и гладкой. 3. Расположение татуировки и изменение кожи. Место на теле, где будет расположена татуировка, имеет большое значение. Некоторые области тела более подвержены изменениям из-за потери веса, набора веса или старения кожи. Например, татуировки на бедрах, животе или верхней части рук могут иначе растягиваться или сжиматься с течением времени. 4. Выбор стиля с учетом будущих изменений. При выборе дизайна татуировки стоит учитывать не только текущее состояние кожи, но и ее возможные изменения. Некоторые стили, например, геометрические узоры или более простые и абстрактные дизайны, могут лучше адаптироваться к естественным изменениям кожи. В следующем разделе мы более подробно обсудим, как уход за татуировкой может помочь сохранить ее красоту и четкость на долгие годы. Уход за татуировкой для сохранения внешнего вида. Правильный уход за татуировкой играет ключевую роль в сохранении ее красоты и четкости на долгие годы. Вот несколько важных аспектов, которые стоит учитывать. 1. Начальный уход. Сразу после создания татуировки очень важно следовать инструкциям тату-мастера по уходу. Это может включать использование специальных мазей для заживления, избегание прямого солнечного света и поддержание чистоты татуированной области. Правильный уход на начальном этапе помогает предотвратить инфекции и ускоряет процесс заживления. 2. Защита от солнца. Ультрафиолетовое излучение может значительно ускорить процесс выцветания татуировки. Использование солнцезащитного крема с высоким SPF на татуированной области поможет сохранить яркость и четкость чернил. Это особенно важно в теплое время года и при длительном нахождении на солнце. 3. Регулярный уход. Регулярное увлажнение кожи специальными кремами или маслами поможет сохранить эластичность кожи и предотвратить ее сухость, что в свою очередь поможет сохранить внешний вид татуировки. Избегайте использования агрессивных скрабов или химических пилингов на участке кожи с татуировкой. 4. Образ жизни и здоровье кожи. Здоровье вашей кожи напрямую влияет на внешний вид татуировки. Правильное питание, достаточное количество воды, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя способствуют поддержанию здоровья кожи и, соответственно, красоты татуировки. 5. Периодические корректировки. Со временем татуировка может потребовать корректировки. Периодическое обновление татуировки у профессионального тату-мастера поможет восстановить яркость цветов и четкость линий. В следующем разделе мы рассмотрим реальные примеры татуировок, которые сохранили свою привлекательность на протяжении многих лет, и узнаем мнение их владельцев о том, как они ухаживали за своими татуировками. Советы от профессионалов. Чтобы ваша татуировка оставалась привлекательной даже в зрелом возрасте, важно прислушиваться к советам опытных татуировщиков и дерматологов. Вот что рекомендуют специалисты. 1.
Выбор дизайна. Профессиональные тату-мастера часто рекомендуют выбирать дизайны с учетом того, как они будут выглядеть через многие годы. Это включает предпочтение простых, но выразительных узоров, которые не потеряют своей привлекательности и читаемости со временем. 2. Расположение татуировки. Тату-мастера могут предложить наиболее подходящие места на теле для татуировки, учитывая индивидуальные особенности кожи клиента и возможные изменения в будущем. 3. Выбор чернил. Качество и тип чернил имеют решающее значение. Профессионалы рекомендуют использовать высококачественные чернила, которые обеспечивают долговечность и стабильность цвета. 4. Уход за татуировкой. Важность правильного ухода за татуировкой не может быть переоценена. Регулярное увлажнение кожи, защита от солнца и избегание агрессивных кожных процедур помогут сохранить яркость и четкость татуировки. 5. Советы дерматологов. Дерматологи подчеркивают важность ухода за кожей не только в области татуировки, но и в целом. Здоровая кожа – залог того, что татуировка будет выглядеть хорошо долгие годы. В заключительном разделе мы подведем итоги и расскажем о том, как важно делать осознанный выбор при решении сделать татуировку, учитывая, что она будет сопровождать вас всю жизнь. Итого по внешнему виду тату в старости. В заключение, выбор татуировки – это решение, которое будет иметь долгосрочные последствия для вашего внешнего вида и самочувствия. Важно подходить к этому процессу с осознанностью и заботой, учитывая все факторы, которые могут повлиять на то, как татуировка будет выглядеть в будущем. От качества чернил до места на теле, от дизайна до ухода за татуировкой, каждый аспект имеет значение. Следуя советам профессионалов и тщательно продумывая свой выбор, вы можете гарантировать, что ваша татуировка останется частью вашей истории, радуя вас своей красотой на протяжении многих лет. В администрации сайта tatafoto.com мы будем продолжать освещать интересные и актуальные темы о мире татуировок. Ваше мнение и комментарии под статьями помогают нам делать контент более полезным и интересным. Не забывайте делиться своими мыслями и опытом, а также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и мессенджерах, чтобы быть в курсе последних трендов и новостей из мира татуировок. Ваша поддержка и активность помогают нам расти и развиваться. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com, копирование запрещено. Изображения принадлежат их авторам, предоставлены в ознакомительных целях. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Удачи вам!